Сотрудники Химкинского водоканала провели рейд, в ходе которого выявляли незаконные врезки. Проверку осуществлял лично генеральный директор организации Сергей Стригуненко. Как оказалось, не все предприниматели добросовестно пользуются водоснабжением, а порой и вовсе не платят за оказанные услуги. Соответственно, у нас есть факт о том, что есть врезана труба. Договора с Химкинским водоканалом на воду отведения нет. Соответственно, мы прописываем сейчас акт, отдаем, вручаем. Коллег приглашаем для составления, для заключения договора. Недобросовестному предпринимателю выписали акт, а также опломбировали систему водоснабжения до момента заключения договора с Химкинским водоканалом. В ходе рейда посетили и строительные объекты. Есть вода, соответственно, также договора с нами нет. Вода льется на постоянной основе 24/7. Соответственно, сейчас мы ждем генерального директора, который представит нам документы, которых мы точно знаем, что нет. Поэтому будет также вручен акт, и, соответственно, мы будем понимать, сегодня откуда взялась эта врезка. Соответственно, сейчас мы займемся поиском. После того, как вода из колодца была откачана, обнаружили незаконную врезку. Руководитель строительной площадки от комментариев отказался. Ему также был выписан акт. Первым мы пошли на левый берег, так как это отдельная часть Химок. Мы решили полностью охватить. Также прошлись по коммерсантам, по предприятиям. Поняли, что также колоссальное количество врезок. И вот на данный момент эту неделю начали с того, что решили охватить северо-западную промышленную зону. В течение 2 недель будут осмотрены все организации городского округа. Заключить договор несложно. Необходимо обратиться в офис Химкинского водоканала или обратиться по номеру телефона, указанного на экране.